Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Итак, вы уже слышали о традиционных воскресных французских обедах у французской свекрови. Не слышали? Тогда сегодня я вам кое-что расскажу. Тот, кто смотрит мои видео достаточно давно, то знает, что это мой второй брак. И сегодня я вам расскажу, что меня бесило, раздражало в первом браке. Ну, в самом начале. Потом все изменилось. Итак, представьте себе русская жена. К французу приехала русская жена. И нужно узнать, нужно понять, нужно прижиться во французской семье. Если семья с традициями, со своей культурой, если они католики, то, скорее всего, вас пригласят на истинно французский воскресный обед. Конечно же, к французской свекрови. Возможно, будет свекр, но в моей ситуации свекровь была в разводе. Поэтому именно свекровь приглашала нас на французские воскресные обеды. Поначалу было очень интересно. Французский обед. Нужно познакомиться с семьей, нужно познакомиться со свекровью, нужно узнать традиции, нужно попробовать их блюда, посмотреть их дом, как они живут и вообще их кухню, в кавычках. Поэтому было очень интересно, было немножко волнительно. Первый раз обед воскресный, второй раз воскресный обед, третий, четвертый. Здесь мы спрашиваем у мужа, а воскресные обеды, они когда закончатся? Когда мы в воскресенье пойдем куда-нибудь, когда мы увидимся с друзьями, когда мы будем устраивать воскресный обед у нас? На что муж, если он таких традиций, округляет глаза и говорит, воскресные обеды у мамы – это каждое воскресенье. Как каждое воскресенье? Во-первых, воскресный обед он обязывает. Обязывает принарядиться, обязывает встать пораньше, потому что нужно приехать на аперитив, долго в кровати не поваляешься, и вообще, как бы твое воскресенье, оно получается занято. Занято тем, что ты идешь на воскресный обед к маме, к твоей второй маме, к свекрови, ну и к свекру, конечно же. Ну, здесь уже вступают в силу именно традиции и культура Франции. Как я вам уже и сказала, если вы попали в ту семью, где именно католики, традиция, пусть они практикующие, пусть это испокон веков традиция у них осталась от дедушек и бабушек, скорее всего, такие обеды будут bienvenu. Вы, конечно же, можете отказываться, вы можете сделать договор со своим супругом и сказать, что хожу на воскресные обеды раз в месяц, больше не хожу. Ну, здесь знаете, что ваша свекровь, скорее всего, она не будет относиться к вам, как бы относилась, если бы вы присутствовали на этих обедах. Честно скажу, поначалу было интересно. Было интересно заглянуть в ее кастрюльки, что она делает, узнать все. Ну, то есть даже поначалу не то, что узнать, ты не имел такой возможности, у тебя не было столько, наверное, храбрости заглянуть туда-сюда, ты просто осваивался, поэтому туда ходил. Потом ты задумался и сказал, блин, у меня вот подружка появилась, мне бы лучше с подружкой куда-нибудь на шопинг, в воскресенье открыт, не знаю, коммерческий центр, сходить, платье себе новое купить. Здесь уже выбор за вами. Как к этому относилась я? Воскресные обеды – это традиция, это культура. А мне хотелось узнать именно и культуру, и традиции, и блюда, и как функционирует эта семья, и что можно взять интересного от этой семьи. Мне хотелось изучить французский язык. Я приехала уже со знаниями, но именно общаясь не только со своим мужем, а вот именно с семьей, с другими людьми, так мы изучаем французский язык. Мне хотелось узнать через мою свекровь, какой он, мой муж. Мне хотелось узнать, чем живут,
чем интересуются французские женщины, потому что самой близкой французской женщиной на тот момент была именно свекровь. Поэтому я начала задавать себе вопросы. Куда тебе больше хочется, идти с подружкой покупать платье или освоиться в этой стране и получить знания, наладить супер-классные отношения с твоей свекровью и с мужем, и с ее семьей? Возможно, для кого-то это будет лицемерием. Для меня это было такое влияние, вливание в эту культуру. И здесь я нашла массу интересного для себя. От того, что я спрашивала у нее рецепты, которые она делает, записывала. Для нее это было просто... Ну, она была благодарна мне. Для нее это была похвала. Для нее было это как бы grand merci. Также я стала узнавать о ней, о ее семье. Спрашивала, просила показать альбомы. И здесь ты постепенно, вот именно вливаешься в это, тебе становится интересно, и ты находишь общие интересы. У нас, например, нашлись такие общие интересы. Мы интересовались винтажными вещами, антиквариатом. Моя бывшая свекровь, она, например, очень любила переделывать мебель. Она ездила на браканты, траканты, антикварные базарчики, покупала мебель, привозила ее домой, начинала ее обрабатывать сама. Она мне рассказывала это. Мой муж округлял глаза и говорил: ей это неинтересно. Зачем ей твое старье? Она мне постоянно выискивала какие-то вещички, давала с собой, я привозила их, а мой муж говорил: ну зачем нам это старье? У нас же так современно и красиво. То есть вот в этом плане как бы мы не сходились с ним. А с ней, да, на самом деле было интересно. И я всем советую, кто вот приезжает как бы со своим самоваром, сначала узнайте культуру, традиции. Да, каждое воскресенье я понимаю, что для кого-то это будет, ну, слишком ходить на обеды. Но здесь уже можно быть более дипломатом, быть более такой умной и наладить эту связь, поговорить с свекровью, поговорить с мужем и найти какой-то выход из этого положения. Нужно найти, что традиция во Франции семейных обедов, воскресных обедов, она существует. Если братья, сестры живут рядом, то они встречаются, они рассказывают, как прошла неделя, что случилось в этой семье. Возможно, кто-то женился, возможно, кто-то развелся, возможно, кто-то у кого-то какие-то финансовые проблемы, у кого-то день рождения, созревает какой-то юбилей. Все это обсуждается. И вот именно такой семейный совет. И просто пообщаться, встретиться. Семейный обед начинается в 11 часов. То есть ты приезжаешь, ну, у каждой семьи свое, вы сейчас напишите. Начинается аперитив, начинаются подаваться напитки. И здесь уже такое обсуждение плавно, плавно переходит в первые блюда. К обеду к этому готовятся также. Он не праздничный обед, но вы хорошо одеты, вы хотите как бы себя показать, вы хотите не то, что понравиться, но вы хотите, чтобы вас уважали, я считаю. Вы уважаете свою семью французскую новую, вы уважаете культуру французскую, и вы интересуетесь культурой, вы интересуетесь теми картинами, которые выставлены, которые на стенах, вы интересуетесь теми фотографиями, которые в альбоме, вы интересуетесь теми блюдами, которые подаются. И блюда подаются, мама вашего мужа, будущего, настоящего, она, скорее всего, готовится к этому обеду, она ходит к мяснику, она покупает все, она спрашивает, она любит ли вы тот или другой ингредиент, она готовит те блюда, которые любят ее сыновья или дочки, она прикладывает очень много усилий, она идет к сырную лавку, к булочнику, то есть она готовится к этому обеду, и нужно ей сказать большое спасибо за это. То есть давайте пообсуждаем, давайте напишем, как бы вы относились к вот такому воскресному обеду. Если бы вы, ну, в кавычках должны, потому что никто никому ничего не должен, ходили бы к своей свекрови каждый день, каждое воскресенье на обед. Естественно, все это в кавычках. Если
вам нужно куда-то уехать, если у вас какое-то путешествие, если вы готовите ужин у себя, то вы можете пригласить свекру, а можете не приглашать, можете сказать, что у вас вечеринка между... Да, вечеринка – это вечером после обеда уже. И у вас что-то другое запланировано, скорее всего, умная француженка, она согласится, ну, на следующее воскресенье она опять же пригласит вас на семейный обед. И очень часто у французов есть РТТ. РТТ – это свободные дни, если он работает на постоянной работе. У моего мужа, например, это две пятницы в месяце, потому что по часам он перерабатывает, ему предлагается две пятницы, и вот именно выпадает пятница, суббота, воскресенье. Всегда в пятницу и субботу вы можете организовать что-то. Вы можете, конечно же, и в воскресенье, никто вас не будет тащить за волосы. Ну, уважение традициям, уважение именно к этой семье, оно в ваших руках. И на данный момент, тот, кто смотрит мои влоги, то знает, что мы ходим на обеды, на воскресные к дедушке, и мы отдаем дань, как бы уважение его столу, его и самому ему первого, ну, как бы, я хочу сказать, мы благодарны, что он здесь, что он с нами. Напрягает ли на данный момент меня сейчас это? На данный момент меня совершенно это не напрягает. Ну, во-первых, вы скажете, он совсем близко, и тебе дойти здесь 2 минуты. Да, на самом деле. Если, наверное, ехать куда-то в другой город, возможно, бы было, возможно, меня бы это напрягало. Но я вам хочу сказать, поначалу меня начинало это напрягать. Ну, я себя остановила, я сказала, что я здесь, я во Франции, я в этой культуре, и я создаю свою семью, и я хочу перенести эту культуру в мою семью. Я не буду забывать мою культуру русскую, но всё-таки я отдам дань тому, что мне предлагается. И я отдам уважение тем людям, которые готовят пищу для меня, которые хотят меня видеть, которые хотят со мной общаться. Мне интересен этот дом, мне интересна эта семья. И если вы хотите построить хорошие, здоровые и гармоничные отношения с семьей, с семьей иностранца, то обязательно прислушайтесь, присмотритесь и уважайте традиции этой семьи. Встать на дыбы, закричать, оттолкнуть – это всегда очень просто. Но намного интереснее это принять, это узнать, это изучить. И вы увидите, что в конце концов, возможно, вам это понравится, что вы подчерпнете очень многое, потому что именно так вы научитесь жить по-французски. Я сегодня не говорю, что нужно забыть жить по-русски или по-украински или по-другому. Просто если вы умная женщина, если вы любите того человека, к которому приехали, если вы выбрали именно эту культуру, то будьте добры уважать то, что вам предлагается. Будьте дипломатами. Всегда можно решить какую-то проблему, какие-то влево-вправо, то есть спокойно, уравновешенно поговорить. Для меня все свекрови были замечательными. Несмотря на то, что был развод, несмотря на то, что мы были совершенно разные, несмотря на то, что они были совершенно разные, две свекрови, но я относилась всегда к ним с большим уважением. Я всегда пыталась доставить им приятное. Я всегда пыталась изучить, взять самое интересное. Потому что то, что нам дается, мы иногда отталкиваем сами, не понимая, что это самое настоящее богатство, что это культура. И вот такие воскресные обеды, они, скорее всего, будут у католиков, как я уже сказала, те, у которых католическая вера, у которых были эти традиции в семье. Приехала русская невестка,
скорее всего, придут братья, сестры, или они живут, если даже живут далеко, придут, приедут знакомиться с детьми. И мама, скорее всего, скажет, нужно посоветоваться с кюре, нужно сводить ее в церковь. И здесь уже, если вы хотите венчание, если вы хотите венчание в церкви, то, скорее всего, вам нужно будет познакомиться с батюшкой, вам нужно будет пройти несколько, так я их называю, уроков при церкви. Никто вас не будет заставлять отказываться от своей веры. Я до сих пор православная, но мы венчались в церкви. То есть это две веры, православные и католики, они очень близки, есть очень много похожего, поэтому никто вас не будет насиловать. Просто нужно знать, как поступать, нужно знать, как разговаривать, нужно знать. И на моем канале мне хочется вот именно рассказывать и показывать вам Францию с душой, Францию с традициями, как это бывает здесь. Да, сегодня Франция меняется, она уже не та. Вы скажете, что никто ни на какие обеды не зовет, что они здесь все поруганы, переруганы. Возможно, на самом деле это так, но остаются еще те семьи, у которых есть традиции, семейный уклад, есть французские традиции, и вы выбираете своего мужа, вы выбираете ту семью, в которой он, то есть вы не выбираете семью, она идет как бы вам в добавку с мужем, но вы, видя вашего мужа, понимаете, в какой семье он воспитывался, в какой семье он рожден. И, скорее всего, как я уже не раз говорила, нужно общаться, нужно очень много общаться, нужно узнавать, какой он, какие у него традиции, какой у него уклад, и не рубить с плеча, сгоряча. Потому что иногда я получаю такие письма, что женщины пишут, вот он меня каждое воскресенье тащит в семью, мне уже не хочется идти к его маме, мне скучно, мне неинтересно, мне хочется чего-то другого, мне хочется своего. Но знаете, что все зависит от вас. Если вы близки, вы можете всегда поговорить с мамой, вы можете всегда определить, что, возможно, когда-то пригласить ее к себе, возможно, освободить себе одно воскресенье, возможно, вы будете ходить к ней только раз в месяц. Но самое главное – это уважение к ней, уважение к традициям, уважение к семье, потому что вы не можете взять, забрать сына и просто-напросто отодвинуть свекровь. Такого не получится, тем более французской, не у итальянской мамы. Если бы с вами сделали такое, скорее всего, вы были бы против. Поэтому вот такое интересное для кого-то, возможно, видео у меня получилось. И напишите, что вы думаете по этому поводу. Есть ли такие традиции воскресных обедов у нас в России, на Украине и так далее, там, где вы живете, в другой стране. Было бы очень интересно пообщаться. Я вас всех целую, обнимаю. Спасибо за ваши поздравления с Рождеством и приятных хлопот. Увидимся в новых видео. Ваша Светлана Франция. Всем пока!